Художник, дизайнер и скульптор Ашот Татевосян уже 20 лет живет в Развилковском поселении. Идея провести мастер-класс для воспитанников местной школы искусств появилась уже давно. Сейчас в новом здании это стало возможным. Воспитанницам художественного отделения было предложено выразить свои чувства акварелью после прослушивания музыкальных произведений. Послушали музыку, мы должны его представить в цвете, в какой-то форме, в чем-то, да, или в квадратах. В рамках проекта «Рисуй музыку» юные художники чаще всего изображают произведения классических композиторов. Сегодня они рисовали под Камиля Сен-Санса, но ради эксперимента им также были предложены и другие стили, например, рок-н-ролл. Ашот Татевосян пишет свои работы техникой пуантилизма. Это направление импрессионизма в живописи, где картины создаются отдельными точками. Вот и сегодня художник, объясняя принципы данной техники, призывал отходить от форм и мыслить абстрактно. Это касается не только живописи, это касается и общения людей, человек или внутри, он умеет красиво общаться или не умеет. Работы получились совершенно разными. Но если после прослушивания классики цвета были в основном холодных оттенков, то рок-н-ролльные краски оказались более теплыми. Для Тамилы Налбантовой это уже не первый опыт изображения музыки с помощью красок. Я люблю танцевать, очень люблю танцевать. И в моей голове сразу сложился образ танцующих людей. И от них отлетали искры, которые передавались к другим. И от этих искр отходили другие маленькие, и вот они вот так друг другу передавались. Это твое воображение, вот фантазия. Что ты думаешь, что и рисуешь. То есть тут нет чего-то конкретного. Опыт старшего поколения художников очень полезен только начинающим свой путь в искусстве, считает директор школы Ирина Андрушко. Многое увидели мы, многое поняли дети. Я надеюсь, что совсем скоро они сами попросят нас пригласить еще художника. Возможно, не только Ашота Генриховича, но и кого-то другого из художников. Разные направления есть в живописи. Порисовать с детьми, опять же, провести мастер-класс. А приглашенный мастер Ашот Татевосян уверен, что сила искусства способна сделать человека добрее и красивее, как внешне, так и внутренне. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.